Местный дом культуры – название партийного проекта, в рамках которого сельские клубы обновятся, а жители районных центров получат отремонтированные здания с удобствами. На это дело выделено около 11 миллионов рублей. Это звуковое оборудование, это сценическая одежда, одежда сцены, это приобретение кресел для домов культуры, приобретение костюмов. И сегодня также на секции была презентация. И посмотрели, как было, как стало. Конечно, люди очень довольны. Практически в каждом районе республики до конца 2019 года такой ремонт должен быть произведен. А говоря об общем благоустройстве малых городов и поселков, стоит отметить, что в 2018 году таковых будет больше. Финансирование уже утвердили. Если в этом году участвовало 24 у нас муниципальных образования, то в следующем году у нас будет 104 муниципальных образования. Это все муниципальные образования, которые имеют многоквартирные дома. И 55 из них – это поселения, которые свыше 1000 жителей. И у нас более 50 таких поселений. Им будет выделяться по 100 тысяч рублей. Помимо благоустройства и обновлений ДК, в Бурятии будут действовать такие проекты, как театры детям, детский спорт, экология России, важен каждый ребенок, школа грамотного потребления и другие. На все уже выделены средства. Баир Цыдыпов, Андрей Дармаев, новости дня.